По факту гибели рабочего на строящемся путепроводе на улице Авиаторов возбудили уголовное дело. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете. Напомним, ЧП произошло вечером 17 октября. Балка длиной 33 метра и весом 60 тонн переломилась и упала. В итоге погиб 46-летний электрогазосварщик. Его коллега получил серьезные травмы. Уже назначена строительно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Мы будем следить за развитием событий.